Дорогие мои везунчики, всем огромный-огромный привет. Продолжаем вязать нашу затейливую юбочку. Я вяжу ее из льна, фреско лина, как вы помните. Но еще замечательный вариант, вы меня спрашиваете, для этой юбки, конечно же, котом бамбулином. Море оттенков, тоже пряжа со льном, очень нежная, струящаяся. Так, сегодня мы с вами провяжем включительно 17 рядом. И, как вы знаете, у меня по цвету подходит, будет подходить эта юбочка к шляпке. Это оттенок крафт Испи Рафи. И беру с собой сумочку, тоже буду вязать к шляпке, к юбке из этого же карамельного замечательного оттенка. Давайте приступать. Ну, а прежде у нас очень интересные ветки. Далее будет развитие истории. Цветочки стилизованные, конечно же, будут. А сегодня мы веточки с вами продолжим вязать. Напоминаю вам, что у нас стартовали распродажи и скидки 40-50%. Ссылку на раздел магазина оставлю под этим видео. Проходите и наслаждайтесь покупками. Очень там интересно. Вот так, такие скидки для вас. Давайте начинать вязать. Мы закончили с вами 10 ряд, 11. Такой, 3 воздушные петли подъема. Сюда же провязываем столбик с одним накидом. В следующий столбик провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Теперь просто 2 столбика. Раз, два. И 2 прибавки. 2 столбика. И 2. Пять петель. Раз, два, три, четыре, пять. Так, мне кажется, лучше 4. Раз, два, три, 4 петли. Столбик без накида под арку. Раз, два, три, 4, 5, 6 петель. Столбик без накида в следующую арку. 4 воздушные петли. И в каждый из 3 столбиков столбик. Так, здесь симметрично дальше. 4 петли. Столбик без накида под арку. 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Под арку столбик. 4 петли. Раз, два, три, 4. Начинаем с 2 прибавок. Раз, два. Две воздушные. Ой, не воздушные, 2 столбика обычных. Снова прибавки. 1, 2. Так, и в секции, где у нас арочки, мы провяжем так. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Столбик без накида под арку. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Сейчас посмотрю, сколько лучше петель. 6 под центральную арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующую. И 4 воздушные петли. Таков 11 ряд. Заканчиваем этот ряд. 12 ряд. Начинаем с прибавки. Одна прибавочка. Вторая.
Далее между прибавками у нас 6 столбиков. Раз, два. Три. 6 и 2 прибавки снова. Раз и 2. Теперь воздушные петли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И под арку столбик без накида. Снова 7. 3, 4, 5, 6, 7. И 3 столбика в 3 столбика. Тут так и продолжается эта история. Теперь снова 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тут мы точно так же провязываем листик. Провязали, а в широкой секции 1, 2, 3, 4 петли. Пропускаем одну арку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующую арку. И снова 4. Раз, два, три, 4. Это 12 ряд. Так, 13 ряд. Закончили 12. В начале снова у нас прибавки. 2. Раз и 2. Далее столбики. И в конце снова 2 прибавки. Так, 10 столбиков. В конце 2 прибавки. Раз. И 2. Раз, два, три, 4, 5 воздушных петель. Столбик без накида под арку. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Столбик без накида под арку. 1, 2, 3, 4, 5. И 3 столбика. Каждый столбик в столбик. После этого снова 5. Арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Из 6. Из 5. И опять вяжем 2 прибавки, 10 столбиков, 2 прибавки. И в последней секции, где 3 арки, мы вяжем 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Под арку столбик. И еще 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И повторяем раппорт. Так, закончили 13 ряд. 14 ряд соединительными столбиками, двигаемся. Раз, вперед двигаемся. Два, три, четыре, пять соединительных столбиков. И здесь начинаем лепесточек. Три воздушные петли, сюда же провязываем столбик. В следующий столбик вяжем прибавку. Снова 2 столбика. Теперь мы провязываем 4 столбика обычных. 1, 2, 3, 4. И вот здесь внимательно у нас будет несимметрично одну прибавку. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель. Под арку столбик
без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида в следующую арку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И там, где троечка, мы провяжем так. Столбик, столбик. Во второй внимательно прибавка в этом ряду. Далее столбик. Так, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть воздушных петель. Перешагиваем арочку, следующую столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, следующую. И, наконец, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Пропускаем 4, 5, 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В седьмой провязываем одну прибавку. Четыре столбика. И две прибавки. Раз, два. В секции, где арки, мы провяжем 7 воздушных петель. Под арку столбик без накида. Снова 7. Под следующую арку столбик без накида и снова 7. И повторяем раппорт. 15 ряд. Начинаем с прибавки. 3 воздушные петли. Какие замечательные розочки. Так, прибавка. Далее идем просто столбиками до последнего столбика и в последний делаем прибавку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прибавка. Далее 5 воздушных петель. Под арку столбик. Понятно, что без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида. И раз, два, три, четыре. И здесь мы вяжем 4 столбика. Так, лучше 5. Не 4, а 5 петель. Провязываем 4 столбика. Пять воздушных петель. Подарочку. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Столбик без накида. И раз, два, три, четыре, пять. Точно так же провязываем листочек. Это прибавка. 8 столбиков прибавка. В
секции, где над тремя арками, мы провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида под центральную арку и снова 7. Повторяем раппорт. Так, и 17 ряд. Я его не сначала начинаю, но начинаем мы так. Присоединяемся. Далее соединительный столбик во второй. 3 воздушные петли подъема и убавка. А так как я сейчас в процессе, то не в начале, мы не до конца провязываем 3 столбика и убавка из 3. Когда начинаем, это 3 воздушные петли подъема и убавка из 2. Дальше уже вяжем как обычно в этом ряду. Далее убавка обычная, 2 столбика убавляем. 4 обыкновенных столбика. 2 столбиков и убавка из 3. 1, 2, 3 и все вместе. Там, где у нас 7 столбиков перемычка, мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных петель, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь мы точно так же провязываем второй листочек, пропускаем 1 столбик, убавка из 3, убавка из 2, 4 столбика. Убавка из 2, убавка из 3, так, и как мы провяжем секцию со стебельком? 6 воздушных петель под арку, снова 6. Так, 16 ряд, мы начинаем с прибавок 2, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 столбиков. Так, вот здесь я немножко ошиблась. И 2 прибавки в конце. То есть прибавки здесь симметричные в 16 ряду. Потом 6 воздушных петель под следующую арку, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, следующую арку столбик без накида и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, в стебельке у нас остается по-прежнему 4 столбика, 1, 2, 3, 4. Далее мы симметрично вяжем 6 петель, пропускаем арочку, 7 в следующую арку столбик без накида и 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или 7, сколько у нас тут было с вами. Я забыла, сколько мы вязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Далее снова прибавки. И в этом ряду мы все уже арки не вяжем. Между листьями у нас будет 7 воздушных петель. И еще раз 6.
подошли к стебелечку, здесь 5. Провязываем снова 4 столбика. Воздушных петель и 3 раза по 6 в какой-то стороне, и опять листочек там, где 7 7 7, таков 17 ряд. Так, на этом эта часть мастер-класса заканчивается, и увидимся в следующих рядах, в следующих мастер-классах. Обязательно вяжите вместе со мной.